О том, что оклады учителей вырастут с 1 сентября, ранее сообщало правительство страны. Однако говорить о конкретных суммах пока не приходится. В разных городах России разные зарплаты. По некоторым данным, оклад учителя младших классов вырастет на 10%, старших на 24%. Классные руководители и молодые специалисты, по заверению столичных чиновников, помимо прочего, будут получать ежемесячную прибавку в 5000 рублей. Незначительно, но тоже подрастет студенческая стипендия на 4%. По сообщению министра просвещения, такое происходит впервые за несколько последних лет. Новость для автомобилистов. Стоимость полиса ОСАГО увеличится в среднем на 20%. А вот за его отсутствие штраф пока прежний – 800 рублей. Правда, предполагалось, что с 1 сентября определять, есть или нет у водителя страховой документ, будут камеры, фото и видеофиксации. Но система оказалась к этому не готова. Вероятно, теперь уже к концу года ее запустят. И еще с 1 сентября стало сложнее получить кредит. Центробанк внес коррективы в нормативную базу, повысив коэффициент риска для банков. Теперь, выдавая деньги людям с небезупречной кредитной историей, банки будут сильнее рисковать собственными средствами. Это значит, что отказов в предоставлении займов станет больше. Елена Кузовкина, «Наши новости».